Вертящиеся дельфины – самые разговорчивые из всех. Чтобы найти добычу, они используют эхолокацию – своеобразный сонар. Каждый охотник испускает серию щелчков, а затем слушает ответное эхо, что позволяет дельфинам обнаруживать добычу вдалеке, в нескольких сотнях метров от них. Суперстая растягивается в охотничий фронт до мили шириной, создавая звуковую стену. Они ищут свою любимую добычу. Светящихся анчоусов. Это самые многочисленные рыбы на планете. Но большую часть жизни эти маленькие рыбки проводят в океанской глубине, где дельфинам их не достать. Только когда они поднимаются к поверхности, чтобы кормиться, они становятся добычей. Обнаружив косяк рыбы, дельфины используют свои сонары с другой целью. Они оглушают рыбу мощными импульсами, после чего просто подбирают ее. Поедая рыбу, дельфины держатся под косяком, чтобы не дать добыче ускользнуть в спасительную глубину. Спустя несколько минут все, что остается, это множество чешуек, оседающих на дно океана.